У нас огромнейшая проблема с едой. Мне надо срочно что-то хавать. Что это? Гигантская корова! Прикинь, глянь! Ты видишь это? Да ну нахрен! Я предлагаю выкинуть здесь... устроить небольшую помойку. Так, кость. Допустим, подсолнухи, зачем они мне нужны? Блин, вообще тут надо молоко какое-то. Это вот на молоко надо будет давать, как раз эта корова приручена. Я думал, тут огромную приручить, да? А как ее покормить? Надо будет к ней подойти, наверное, на корм нажать, и она схавает и домой пойдет. Ну, эти дырки в дыры в дыры в поверхности. Как будто бомбили тут ковровыми бомбардировками. Нет, это всего лишь я тут. Эти самые деревья рубил. И кусты. Знаешь, что я вангую, что к концу этой серии у меня будет 100% все параметры. А? Как тебе такое? Как ты думаешь, выйдет у нас? Привет, ты на канале Генерала, меня зовут Виталий. Мы продолжаем играть в игру Lost in Woods 2, или по-русски «Потерянный в двух деревьях». Так, загружаем. Продолжаем нашу игру. Так, мы в прошлый раз закончили на том, что скрафтили все эти самые с тобой верстаки, столы и прочее. У нас огромнейшая проблема с едой. Мне надо срочно что-то хавать. Блин, тут готовить ягодный салат, яблоки. Короче, смородину, чернику, надо ветки, ягодный салат. Вот этот кустик без ягод. Интересно, будет на нем ягоды? Наверное, нет. Блин, а можно как-то собирать ягоды просто, чтобы, ну, не уничтожать кусты сами? То есть, там, пришел, ягодки собрал, и нормально. Может, мотыги можно собирать как-то, ягоды, не? Я вообще не понимаю, как эта мотыга работает. Это что это вообще за бред такой? Нет, нельзя, по-моему. Ой, уже ноль. Надо хавануть чего-нибудь срочно. Ой. Ой, боже, подсолнышки. А что, его нельзя захавать. А, семечки. О, семечки можно хавать. С этим что делать? По-моему, рецепта даже такого нет. Может, сажать можно? Кстати, неплохо подсолнухи дают. Между прочим. О! О! Живем! Так, я предлагаю сейчас... так, вода пока есть чуть-чуть. А ну-ка, волчару. Мечом. А чё он не бьет его? Это он так бьет его слабо? Точно он мечом его бьет? Мечом вроде экипирован. Вообще, в принципе, не сложно. А, во, кость дали, с волка дали кость. А, там что-то... Я так понимаю, кстати, это не медведь, это, походу, это все-таки корова. Что это? Гигантская корова! Прикинь, глянь! Ты видишь это? Да ну нахрен! Ты видал? Гигантская! Так может, типа, это маленькие, это коровки, это, в смысле, так, фигня? Так, ну, это детеныши, может, там, типа. Блин, мне некуда класть уже эти вещи. Я хотел как раз готовку заняться. Что там нужно? Смородина. Так, смородина, черника и веточки. Смородина, черника и веточки. У нас что есть? Это у нас смородина. А вот, наверное, черника синенькая. Но мне некуда будет это класть. Я предлагаю выкинуть здесь... устроить небольшую помойку. Так, кость... допустим, подсолнухи, зачем они мне нужны? Тростник. Хорошо, всего одну кучку кидает. Это же никто не украдет, да? Хоть украдет, пусть крадут. Мне особо не особо интересны эти ингредиенты. Какие-то перья. Если вообще потом в крафте даже таких вещей нет, перья. Лилия. Зачем она мне? Тут какие-то цветов понасобирал, на самом деле, я. Так, пошли дальше ягоды собирать. Вообще, пошли наверх мы ягоды, наверное, собирать, потому что...
Потому что нам попить еще нужно. Ты заметил, как по краю экрана наползает на нас красная? Да, это означает, что скоро нам трындец. Давай-ка яблоню срубим. Лучше нельзя обрывать эти, да? Просто растения тупо. Обязательно надо уничтожать их. Эй! Чё это с этим, с лосем? Видел, какую позу стал такой рогами вперед? Это он, значит, хотел меня это самое отдубасить. Блин, опасные животные тут. Давай яблоко возьму. Так. Это прям с этого куста ничего не будет, наверное. Так. Блин, мы так это не нашли. Так-то. О, у меня еще. Ой, вода закончилась, еда закончилась. А, яблоко даже немножко воду восполняет. Ну, сейчас лучше напьемся. Блин, еще он устал. Да что ж такое с ним? Вот, наверное, кстати, черника синяя. Просто хочу приготовить нормальную еду, значит, что хавануть сразу плюс 50, я не знаю, там, потому что я. Трачу, получается, эти ресурсы, они, я так понимаю, не особо возобновляемые. Хотя не знаю, возможно, тут заново будут деревья вырастать. Вот это неизвестно. Может быть, сажать их даже можно. Давай-ка вот это вот. Я так понимаю, это желтенькая, это улей, да, наверное? Вот здесь. Так, тыковка нужна была. А, где она есть? О, там же опять ноль уже. Я яблоко не хочу тратить, там что-то можно с него очень хорошее сделать. С яблока. Вот лучше тыковки пособираю. Так, 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 так. Сейчас еще, блин, еще спать ему надо. Что ж такое-то? Все ему. То другое. Так, а смородину только одну нашел я, да? Смородина, две черники. Так, все, устал. Надо спать его класть. Блин, он еще не наевшийся. Сейчас попробуем приготовить хотя бы одну штучку. Чуть-чуть восполним ему этот самый голод. Да, блин, чертово привидение отстанет меня. Так, это и ветки. Так, ягодный салат. Так. А, ну это корм, подожди. А я могу сам этот корм сожрать или нет? Давай пробуем. Ягодный салат, пшеница и яблоко. Корм. Ну, выбросил его. Блин! Бесполезную хрень сделал. Я не могу съесть ее. Это для животных. Блин, очень мало это самое у него. Еды. Сна вообще ноль. У меня 50 здоровья уже? Блин, я не заметил. У меня жизни уже нет. Ё-моё. Срочно, быстренько отъедаться. Потом этих понакрафтим. Там, в принципе, из травы делаются. О, сразу два дали. Отлично. Эти бандажиком, если что, потом восстановим. Это их очень много потребуется. Это вот улья, наверное, да? Но я не буду пока атаковать, у меня их хп мало. Так, 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 так. Давай тыковки. Вот они тут есть, тыковки. Тыковки очень хорошо быстро собирать можно. Так, так. Вот уже отъелись. Еще когда хаваем, как бы и здоровье еще восстанавливается немного. Но нужно срочно его ложить спать, потому что, я так понимаю, постоянно оно, по-моему, от мухомора отнялось наоборот. Так. Логично было бы. Да нахрена мне консервы? Так, 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 так. Слава богу, есть кремень, потому что он уже и это самое. Блин, всю эту фигню пособрал, да? Да что ж ты, чувак, делаешь, да? Ну, как раз ночь пришла, по-моему, да? Так, все, ему тепло, спит, все это самое. А крафтить можно, интересно? Да можно, только я не вижу, что там. Так, нам нужны будут бандажики. Трава и ткань. Ткань делается трава опилки, да не вопрос. У нас там полно всего этого дела. Полностью отхилимся.
Так. Значит, яблоки. Из яблок нам только корм, который не совсем понятен, зачем он. Значит, пока их будем хавать, яблоки так, наверное, да? Блин, а почему тут надо молоко какое-то? Это вот на молоко, наверное, будут давать, как раз эта корова приручена. Я думаю, тут огромную приручить, да? А как ее покормить надо будет? К ней подойти, наверное, на корм нажать, и она схавает и домой пойдет, или как? Или там три корма нужно, или сколько? Там фиг ее знает, понимаешь? Так, черника и смородина в первую очередь надо собирать. Сейчас чернику и смородину. Сырое мясо, рыба. Рыба, уголь. Блин, уголь это постоянно надо это самое. Деревья рубить. Хотя, что нам их рубить, да? Можем порубить. О, кстати, я могу кирку сделать каменную. Точно, у меня кость есть, камень, ветки. Сейчас и сделаем это, сейчас высплюсь. Так, ну, отогревание, я так думаю, у него и так будет идти. Если что. По-любому, наверное. Так. Кстати, у него пища не расходовалась, пока он спал, по-моему, да? Прикольно. Так, ветки и камень, по-моему, да? Ага. Так, экипировался. Почему он мотыга не экипируется, конечно, непонятно. Может, это не под мотыгу под... А, это, наверное, под лук. Точно, это лук, что должен экипироваться. Значит, мотыга, она так остается. Ну, вот, давай на первый слот ее поставим. Что, нельзя менять местами, что ли? Нифига себе. Как-то неудобно сделано, на самом деле. Так, трава и опилки. Трава и опилки. Сейчас бандажик понаделаем. А, у меня уже много бумаги. Итак, раз, два, три. Так, а сколько мне нужно их будет? 5, да? Не 5, это 25 только будет. 30, 35, вот. Вот и все. Изикатка. Пока не знаю, что с этим делать. Это тоже нам не нужно. Ну, все, в принципе, пусть такое это будет остальное. Давай, я предлагаю сразу бандажиков наделать. У нас полно всего это ингредиентов. Вот, допустим. 5 штучек сделаем, чтобы, ну, мало ли какая-то критическая ситуация, правильно? Какой-нибудь волк там нападет нас, медведь там нас драть начнет. Чтобы раз-раз-раз и похилился побыстренько вот сюда на крайний слот поставлю. Для удобства. Так, еда. Еда, вода и сон. Опять сон. Давай сразу поспим уже, раз мы тут рядышком. Да, даже тут пусть поспит. Все равно пока особо некуда спешить. Надо было все-таки лучше зайти, там бы быстрее бы выспался, наверное. Как-то вначале как-то вообще не восстанавливается. Хорошо, что единственное то, что, по-моему, не расходуют, кстати, даже эти... Еда, вода. То есть это, в принципе, можно читерно, знаешь, в спячку такую уходить, как медведь, знаешь, когда зимой еды нет, у него ложится спать тупо. И все. Так и мы можем, если какая-то критическая ситуация, нет еды, там, не знаю, можем лечь спать, как бы. Ну да, и ничего не расходуется. Забавно. Давай срубим яблоню. А, это не яблони, это что-то другое. Ягоды счастья. Да нет, только еда чуть прибавилась, и все. Вроде ничего нет, ни мало она. Я так понимаю, наверное, ночью быстрее это расходуется. И усталость, и тепло, видимо. Яблочко. В принципе, много это все не восстанавливает, это все ерунда. Это с киркой он так медленно добывает камень? Да ну нахрен. Чувак, точно киркой там лупишь по камню? Очень долго. О, уголь нашли. По-моему, в кустик раньше тут не рос. А, его, наверное, за яблоней не видел. Три дня. Вау, мы 3 дня с тобой прожили. Открыто достижение 3 дня. Супер, класс. Прикинь, 3 дня затащили уже вообще. Красавцы. Так, какую-то шишку, по-моему, с елки поднял, да? Эй, что звук переключил?
Нет, съесть нельзя ее. А что с ней можешь сделать? Бесполезная какая-то шишка. Посадить может. Может, того чувака можно пойти уже мечом, как бы это, немножко прихреначить. Который ходит там все. Так, хватит там, наверное, уже бревен, девать их некуда. Так, что-то мы можем, по-моему, там скрафтануть еще. Хотел посмотреть. Кстати, а что я туплю? Ну, мы лис попробуем. Понимаю, если не подходить к нему плотно, ну, не будет этот, ну, урон приносить мне. По-моему, шкурку только дали с нее, да? А мяса нет. Ух, давай попробуем лося захреначить. О, только по большом расстоянии можно хреначить его. Эй, ты куда? Читер. Лось, читер. Взял и исчез. Че за прикол еще? Давай другого. Тут много. Не мешают ходить тут. Заодно вместе с лосем еще и пшеницу долблю. Я думаю, с лося, наверное, много, должны прям реально много мяса дать. Там какой-то есть рецепт сырое мясо и уголь. Тут как раз уголь есть, сейчас попробуем сырое мясо с лося добыть. Блин, что так много и убьешь-то? Чего ты кричишь? Я тебя не трогал. О, сколько всего дали. Ай. Сколько всего дали. Кость, медная руда, сырое мясо. А, вот как раз отлично сырое мясо. Так, яблочко есть у нас. Семена. Мы вообще тут можем по ходу фермы заниматься. Мотыга не просто так, и семена. Только как это делать? Абсолютно непонятно. Так, ну да, сырое мясо и уголь. Больше нам ничего с ним все равно делать не можем. Жареное мясо. О, два цок. Блин, ну это долго, там этот... Ай-яй-яй-яй, всю гадость пособирал. Блин, надо где-нибудь в другом месте поскладировать это. Чтобы не собирать потом постоянно. В инвентаре места нет просто-напросто. Шкурку эту выбросим. Нужна, мне кажется. Перья. Перья на расстрелы делать нужны будут. Да нет, не нужны. И шишку заодно. Шишку. Что там еще выбросить? А, подсолнухи. Надо как-нибудь будет вообще почитать, что ли, где-то, может, какая-то есть Википедия по этой игре, я не знаю. Что с этими и остальными предметами-то делать? Всякими подсолнухами, шишками, хренышками и так далее. Как фермер, как грядки делать? Я так ничего не понял. Вот на мотыгу нажимаю, ну вот. Ну окей, нажимаю. Что дальше? Вот тут что-то вот. А что? Ничего не происходит. То есть ни грядка никакая не появляется. Фух, такой здоровенный лось. Это меня глючит. А не, обычные. Просто как-то кажется... С более дальнего расстояния пользуются они больше. Забавный эффект. А что такое плавает? А, это утка спит. Ты смотри, она спит прям. Проснулась. Волк, не закрывай, не мешай мне утку убивать. Что там дали с ней? По-моему, вообще ничего. А, перья. Перья с нее дали, все. Это так себе. Так. Так, ну вроде бы более-менее мы этот самый. С голодом, с жаждой поборолись. Нам нужны кусты, короче. Кусты, кусты, кусты. Пошли искать кусты, всякие ягодки, вон там ягодки есть, грибочки. Будем пытаться как-то всем этим делом отъесться. Ситуации критической у нас нет, абсолютно.
лучше можем заморачиваться всякой ерундой. Так. О. Ага, тыковку. Опята. Так, есть одна. Ага, сможем салат это сделать. Я хочу угля набрать. Если что, сможем животных убивать. Блин, а тут животных очень много. Можно неплохо их это самое поубивать сюда прийти. Может, давай попробуем, может, эту коробку приручить. Только какая-то маленькая коробка. Может, большую попробовать? Вот там есть одна большая. Такая большущая прям. Как ты думаешь? Сейчас я это вот добуду и попробую приручить коробку. Если это коровка. Я не понимаю, что это такое. Ну, похоже на медведя, только рога вроде как есть. Да что такое? А. Ну что ж, добудешь ты ее. Так. Эй, кто? Волк. Позорный волк. Так, сейчас подхаваю. Коровка, иди сюда, как тебе там приручать-то? А где это корм? Корм. Ну, она у меня просто коцает и все. Ну иди сюда. Уйди, волк. Ну нет. Что-то не понимаю. Может, я должен выбросить, она подберет или как? И пойдет за мной или как? Че это я не пойму ни хрена. Блин, вообще лучше найти одинокую какую-нибудь стоящую коровку, потому что так было бы больше смысла. Так вот это животных слишком много бегает. Очень неудобно. Ай-яй-яй-яй. Фига себе, а че, кто меня уже столько откоцал здоровья? Почему у меня 72? У меня же все в порядке. Фига себе, это коровы меня так понакоцали. Да охренеть можно. Ух. Еще и с молниями с какими-то, по-моему, дождь, да? Ладно, что-то с коровкой у нас пока не особо выходит. Будем немножко это самое. Немножко всякие ягодки. Так, вот на два салата у нас есть теперь, да? Отлично. Так, лисички. Что у нас еще съестного? Да, в принципе, ничего больше у нас нет съестного. Я так понял, если животные натыкаются на домик, они вообще исчезают. Так. Косточку выбросим. Там что-то много чего можно с костей крафтить, но пока нам не до этого как бы. Нам сейчас надо разобраться с тобой с этим самым. Кстати, огниво бы сделать еще, потому что... Так, ремень нужен. Потому что последнее огниво осталось. Да тихо ты, не гавкай ты. Что ж, ты постоянно меня пугаешь. Так. Давай мы приготовим салаты уже. Посмотрим, как они много восстанавливают. О, ну неплохо. 15, что ли, да? 15 единиц. Мясо жареное 20. А, нет, 30. Или 20. О, 20. Ну, это ягоды, да, прикольно. Неплохо так. Прям вообще неплохо. Прям очень даже хорошо. Где мне кремний искать? Постоянно с этим кремнием такие гигантские проблемы просто. Я не представляю. Может, можно какую-нибудь вечную пилу сделать, которая не будет ломаться? Жесть просто с этим кремнием. Это, наверное, маленькое деревья вырастают. Наверное, они все-таки растут. Если можно подрубать, они новые будут. А, как ты думаешь? Вот, наконец-то. Так, но мы сначала сделаем огнево еще. Вот 6 штучек. Потому что не хочу до такой ситуации доводить, что мы начнем замерзать, и костер не смогу зажечь.
Давай пилу починим заодно. Сейчас как бы отъелись, вроде бы и сыты, и здоровы, и в тепле. Естественно, подустали, но это мы, если что, поспим сейчас, да и все. О, нашел еще кремни. Чиним эту дурацкую пилу. Так, тайковку. Опята. Жиранем. Эй, даже не вижу, что там происходит, блин. Короче, край карты, да? Как это сделано? Непонятно, честно говоря. Почему дальше отойти не может? Кстати, это вверху, по-моему, эти ягоды. Да? Блин, я даже персонажа своего не вижу. Его там сейчас коровы начнут оттачить. И конец ему будет. Такое ощущение, что сразу два ресурса добываю, да? А, нет. Я думал, сразу два, и куст, и камень. Нет, так один. О, сколько тут. О, там еще и грибы заныкались. Что это? Что это? Вот это, с глазками. Что это за хрень? Волк, 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 отвали. Так что это такое? Странно. Какая-то странная хрень. С которой вроде как делать ничего нельзя. Эй, 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 а что у меня коцает? А, мне спать типа захотелось. А, блин, волки. Позорные. Блин, до дома далеко идти. Но придется. Клубничку скушаем, мухоморчик, тыковку. О, смотри, мы уже почти даже отъелись. На максимуме. Я хилиться особо не буду, потому что я так подзаметил еще, когда съедаешь что-нибудь, там он подхиливается как бы. Черничку тоже кушать я не буду, я оставлю ее на крафт лучше салатиков всяких. Будет как бы немножко поинтересней. Просто ее захавать. Давай ты иди ты быстрее, блин. Плохо тут он так медленно ходит, вообще жесть просто. Так, нашу мусорную кучу пополнили. Вот сюда. Так. Он так над собой, короче, кидает. Аккуратно пройти, чтобы не подобрать всякую эту хренату. Короче, чертовы подсолнухи все равно. Ладно, некогда заморачиваться с ними. У меня две этих самых. Так, все там достает, костер все достает. Все отлично. На утро нужно будет пойти это самое. А, смотри, грибы все-таки нужны. Тушеный кролик. Тушный, вернее. Почему-то тушный кролик. Тушный кролик. Ну, блин, с углем мне как-то не особо хочется его это самое, потому что уголь прям редкая такая хрень. Хотя почему редкая? Я смогу очень много его наделать. Древесина и опилки. Угу. Кроликов сейчас навалить, вон кролик бегает. Например, так, а рыбу ловить, это сеть нужна, да? Я, кстати, могу сделать ветки, веревка, медная руда. А, и могу сделать лук. Только кость там надо как-то в кучу в этой выбрать. А, еще стрелы, стрела, кремень. Да, ну, нет, это сильно заморочено. Так. Сеть рыболовная, да? Мы можем сейчас несколько их сделать. Попробую, да, поставить. Вот, рыбку будем добывать. Может, и нормально у нас попадет. Это самое. Все у нас пойдет. Так. Ага. Веревка. Ну как раз на две сети. Отлично. Так, стоп. Не туда.
Так, давай чертовые подсолнухи выбросим куда-нибудь сюда. Мы уже надоели. Так. Блин, попробуем приучить сегодня все-таки кого-нибудь. Попробовать кролика завалить. Какая-то бомбежка была тут прошла, да? Скажи. Ну эти дыры в поверхности. Как будто бомбили тут ковровыми бомбардировками. Нет, это всего лишь я тут. Эти самые деревья рубил. И кусты. И прочее всякое. Так, а как веревка у нас делается? Веревка, трава, маленькие камни. Да кто меня там бьет? Так, трава, маленькие камни. Это я хотел лук сделать. У меня как раз кость валяется сейчас в инвентаре. Кость. Веревка. Наверное, подойти надо, да? Ага. Есть, отлично. Так. Кролик. Кролик. У нас уголь есть, но можем еще угля понаделать. Хотя, в принципе, никаких проблем вообще-то с углем особо-то и не наблюдается у нас. Так, давай лук экипируем, да? Ага, все правильно. Четвертая ячейка здесь под лук. Так, да, значит, все нормально. Так, и с угольком его. Раз. Жареный кролик. Ого, неплохо. 15, по-моему, тоже, да, добавилось, по-моему. Ты, может, лучше заметил. Сколько добавилось? Ну, в любом случае, неплохо добавилось. Так, ну, как раз уголь у нас сейчас есть, это на рыбку. Но в любом случае, надо срочно, кстати, идти пить воду. Просто срочно. Просто срочно бежать. Блин, как-нибудь вообще переехать бы туда. Хотя, с другой стороны, так я, получается, скорее всего, я так понимаю, в центре карты где-то, да, с рядом с этой, ну, домиком. И как бы... В принципе, особо недалеко-то тут бежать до воды, да? Какую-нибудь тару изготовить бы, чтобы запасать воду. Но попробовать, наверное, все-таки бочку свою сделать воды. Возможно, со своей смогу пить ее, да, там, рядом с домиком. А там от дождя, допустим, будет восполняться, правильно? И все это вообще-то будет имба. И? Так, давай немножко ягодок соберем. А, так, да, как что ж ты не напомнил там? Я забыл, рыболовные сети надо поставить. Не знаю, зачем мне кроличья шкурка? Скорее всего, не нужна даже, да? О! О! Ловись, рыбка. Открыто достижение. Ловись. Большая и маленькая. Лучше большая. Лучше гигантская. Кролика присануть, что ли, еще одного. О, это сколько их много, кроликов этих. А как я пойму, что рыба поймалась? Я вообще предлагаю особо тут не смотреть на эту рыбу, как она там ловится. Я предлагаю сейчас другими вещами заниматься. А рыба, возможно, даже как бы это, ну... Вернее... Мы же в следующий раз все равно пойдем опять пить сюда воду, да? Вот и тогда посмотрим сети, правильно? Правильно. Сейчас с едой у нас все в порядке, все в порядке. Мы как раз придем, слушай, придем, попьем, заберем воду, да? То есть не заберем воду, заберем рыбу из сетей, да? И все. Придем, пожарим, и нормально. Ну, как бы это самое, немножко подразвились, так прям ни хреново, да? Блин, закрывает этот самый олень. Грибы. Вот как раз есть лисички и опята. Мы можем убить сейчас кролика и сделать кролика уже тушеного с грибами. Для этого уголь не нужен. Давай попробуем. У нас прям такие эксперименты сегодня всякие кулинарные. Кулинарные. Блин, тут нет кроликов. Один, походу, был, я его убил. Блин, там кролики все наверху, да? Блин, это неудобно. Там будут медные руды еще добыть. Она вон там серенькая, я так понимаю, медная руда будет. А вот лисы вообще, наверное, бесполезные, да? Только ради шкурок. Даже уголь дали. А, это железная руда, не, это не то. Вот медная будет по-любому.
давай, 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 давай. Не, ну скажи, да? Уже прям вообще развитый так, высоко развитый. Опять железную руду дали. А, значит, разница не имеет цвет. Вкрапления этих, да, на камне. То есть даются рандомно абсолютно. Не знаю, ему плохо из-за того, что под дождем сейчас лазим или нет. Как ты думаешь? Блин, опять железную дали. А где медную дать? Взять. Где дать взять медную руду? О, кролик, все. Ой, плевать на руду. Что, долго так убивать кролика, это вообще обалдеть. О. Отлично. Что, пошли зажарим сразу кролика, а? Медную руду не удалось найти. Я что, медную руду хотел? Потому что инструменты дальше медные делать, оружие и так далее. Нужна медная руда. Наверное, все остальное, скорее всего, есть даже. Хватает только руды. Так, один опенок я предлагаю сразу схавать. Так. Из других приготовить. Так, лисички. Опята. И кролик. Тушеный кролик, тушный. Причем туда тоже тушный кролик. Ага, неплохо, пятнарик опять. Так, у нас смородина есть. А, у нас все есть. Так. Ягодный салат. 87. Прикинь, да? Как тебе? Ну, уже практически это самое. Так, я так понимаю, что это да. Больше никуда не идет. Нужно тоже выбрасывать куда-нибудь сюда. Так. Вот потом проблема будет, чем разгрести, там попробовать что-нибудь достать нужно из этих куч, да? Надо, что ли, раскладывать это по всей поляне, там, кучечками, да? Тут тушки кролика, тут подсолнушки, тут какая-нибудь хрень. Так, что нам нужно? Что нам нужно сейчас? В принципе, у нас все есть. Можем заморочиться... Я предлагаю заморочиться добычей руды. Ну и немножко еды. Где будет попадаться тут? Грибочки, кролики, всякое такое. Кролика мне понравилось, да, прикольно. Довольно выгодно. И ягоды тоже выгодно. Хотя ягоды, наверное, даже выгоднее, потому что их проще. Проще готовить. И все такое прочее. Смотри, сколько здесь руды, да? Что-то я это... Знаешь, что я вангую, что к концу этой серии... Все же скоро будем заканчивать. Но что к концу этой серии у меня будет 100% все параметры. А? Как тебе такое? Как ты думаешь? Выйдет у нас 100% по всем параметрам сделать? А я думаю, да. Даже еще запасом, наверное, будет у нас еды. Хотя можем особо не заморачиваться, по идее, уже. Раз. Шахтер, открытое достижение. Видимо, много добыл камня. Так. Блин, так медную руду не удалось нигде добыть, да? Но в таких камнях, наверное, нет ее. Так, сейчас приготовим салат. Сходим попить. Так, собственно, зачем мне открывать? Я так прекрасно помню, как он готовится. Только нужно единственное, на базу идти, к столу. Чтобы готовить. Я пока кушать его не буду, потому что он пятнарик восстанавливает, а у меня только 11 максимум смогу восстановить. Потому что еще довольно сыт. Сейчас единственное... Знаешь, почему 100, наверное, не получится сделать? Потому что придется оттуда, от озера, дойти до дома, да? Пока я дойду, у меня чуть-чуть просядет это самое... Не буду кролика трогать пока. О, блядь, рыба поймалась, прикинь. Вот прям там. Прям там лежит.
Ну, просто заходишь, собираешь. Рыба блу. А вторая сетка ничего не это самое не поймала. Так. Попили. И теперь идем домой. Рыба блу. Возможно, кстати, ее попробовать захомячить. Хотел клубнички собрать. Вот, уже видишь, 98, уже 100 не будет. Но, ну ты понял, да? Ну, в смысле, все равно у нас все на максимуме, просто на максимуме. Сейчас ляжем спать, и все просто вырастет до максимума. Сейчас рыбку приготовим. Ее готовить с угольком, да? Хорошо, у меня вопрос. С угольком, так с угольком. Давай попробуем ее жарануть, наверное. Сколько она там восполняет. Как раз таки узнать. Зажжем наш костер. Жиранем рыбку. 100. Ух не, она много восполняет. Она больше, чем салат восполняет. Нифига себе, ты понял. И нам же все спать. Все, температура достает, все достает. Все. Итого сейчас, когда доспимся, у нас будет здоровье 100. Пища 100, я так понимаю, она не проседает, когда мы спим. Ну, вода 96, да, это от озера далеко было идти. Температура, естественно, будет 100, потому что костер у нас горит. И мы выспимся, тоже будет 100. Прикинь? Вот уже тащим, вообще тащим. Да, это прям уже вообще достигнут такое, ну, нормальное такое хорошее развитие. Сейчас единственное надо... Я думаю, в следующей серии, наверное, будем инструменты посмотреть. Блин, все-таки попробовать как-то корову приручить. Но я не знаю, я что-то не понял, как ее кидать ей или что делать с ней. Или это вообще не та корова какая-то. Может, большую надо, там это огромная, помнишь, была там ходила? Может, ту надо? Короче, фиг ее знает. Я не знаю, так что посмотрю, может, что где нагуглю там по игре. А она игра не особо, по-моему, сильно как бы известная широко, поэтому не знаю, есть ли какие-нибудь википедии по ней, наверное, даже нет. Вот, а у нас, собственно, смотрите, да, все по 100, все по 100, ну это так, ерунда, там 96. Смысл не в том, смысл в том, что мы просто тащим, заталкиваем. Спасибо за просмотр, все ты бла-бла-бла знаешь, которые все в конце говорят, ютубер, подписывайся, отписывайся и прочее, и всю хрень, и в общем, все это можешь делать, если хочешь, конечно. Но не делай. Я не заставляю никого. И до встречи в следующей серии. Пока.